Здравствуйте, товарищи, люди, леди и джентльмены! С наступившим Новым годом! Дед Петруха не разрешал своей старухке ездить на своей машине, так как этому способствовало две причины. Первая причина. У деда Петрухи не было машины. Вторая причина. У деда Петрухи не было старухи. Подписываемся и слушаем дальше. Вчера мне моя жена сказала, что ей не нравится, как я целуюсь. А ты что ей ответил? Не нравится, не смотри. А кто это сделал? У тебя что, телефон сдох? Ты его хоть иногда заряжаешь? Их заряжают? Я всегда новый покупал. Однажды Вовочка выехал из дома на своем велосипеде. Через некоторое время возвращается на шикарном джипе. Родители офигели от удивления и спрашивают: «Вовочка, как это? Откуда ты это взял?» Вовочка говорит: «А мне тетя продала». «Да не может быть! Какая тетя? Ну-ка, пойдем. И сколько, знаешь, сколько это стоит?» Вовочка говорит: «За 50 рублей». «Да не может быть! Поехали, пошли к ней». Пошли они к этой тете и спрашивают: «Это вы продали Вовочке джип?» А она говорит: «Да, это же, наверное, стоит офигенно и много, дорого». А дама говорит: «А пусть катается». Родители Вовочки удивляются: «А как это за 50 рублей?» А она говорит: «Да, это мой муж сказал мне, что уходит в командировку, а сам полетел на Канары вместе с секретаршей. И потом мне пишет, что задерживается и просит продать машину и выслать деньги. Вот я и продала». Я в Винете под женским ником одного мужика оскорблениями всякими довел просто до бешенства. Он поклялся, что найдет меня по IP и обязательно прикончит. А чего ты такой довольный? Он ведь действительно может тебя найти и грохнуть. Надеюсь. Я же все в гостях делал, сёщиного компа. Это крепкий самогон. Попробуйте влить немного в ваш аквариум. И что же? Рыбки выскочат и загонят кота на крышу. А если у тебя суперспособности? Я не пишу и не звоню бывшим, когда выпью. О, твоя сила слишком велика. Почему ты все время пристаешь ко мне с разными вопросами, когда я ем? Потому что очень сложно поймать момент, когда ты не ешь. Иванушка дурачок сидит на берегу реки и пишет вилами по воде нехорошие слова. Выныривает штука и говорит: «Ты что, Ваня, совсем офигел? Кругом мальки, молодь, а ты так выражаешься». Как вас постричь? Чтобы не коротко, но аккуратно и торжественно. Мне на свадьбу идти. Брови подстричь? Нет, не надо. Мне еще на них домой возвращаться. Как же меня достал этот озабоченный тип. Как я мимо него не пройду, так вечно пристает. Да все, норовит облапать. Петрович, не спорь с вахтером. Режимный объект все-таки... Пони Японии изобрели робота, который ловит воров. Японии за 5 минут поймали 100 воров. В Америке за 5 минут поймали 200 воров. В России за 5 минут кто-то стырил робота. А ежи! Блин, ты храпишь как трактор. Эй, нельзя ли полегче в сравнениях? Ой, прости, во сне ты издаешь чарующие звуки, как первые творения Ферруччо Ламборгини. Покупайте iPhone 7, теперь водонепроницаемый, чтобы случайно не залить кипятком, когда завариваешь доширак. Хватит жрать сладкое. Но это же всего лишь 5-й торт в этом году. Да, но сегодня 2 января. Подписываемся, кликаем на колокольчик.